Нельзя ходить голодным в магазин. Класс! О, вообще, Миша, ты очень хороший. Короче, фишка в том, что Миша постирал ключ от гаража. Это наш комплекс. С маленького возраста приучают, потому что хороший пылесос только один, и это дайся. Бурито. Значит. Барь, ну чего? Мажорские местечки. Но у нас круче. Столицы стоят. Охранник в бронежилете. Такие красавцы. О, боже, как я жить без мозгов. Как это называется? Я не знаю. Но пахнет. Сегодня поехали без Барьки. И знаете, так свободно. Я прям иду и отдыхаю. Видели, какой у нас лизинг красивый? Окей, миниатюрки. Это наш комплекс. Сейчас я посмотрю. Вот так он будет выглядеть. Тут живем мы. Сейчас построили вот эту, а вот эту... Хорошо, хорошо. Вот эту будут... Вот это еще будут сейчас строить. А это наш бассейн. Короче, фишка в том, что Миша постирал ключ от гаража, и теперь гараж наш не открывается. Мы пришли менять. Блин, посмотрите, какой красивый лизинг. Я возьму кофе. Можно попить кофеёк? Короче, надо разобраться. Кофе вот, оказывается. А я взяла какую-то пудру. Но все равно он выглядит... А что он так выглядит? Вот так. Так, короче, я разобралась, что эту штучку надо вытащить. Наверное, вот... А, вот так вот, наверное, надо вставить. Вот так вставить, да? Это надо. Это технология, ничего себе. В общем, система не пилит эту штучку. Короче, я еще сделала горячий шоколад. Белые смены, там же было про Иркутск, и люди, которые живут в Иркутске, говорят, если ты не был в Иркутске, значит, ты не видел Россию. Байкал. Память Колчаку. Памятник. Или память. И память тоже. Ну, память, наверное, не только в Иркутске. Но память не только там. И Николаю Второму, предкам твоим. Да, это все меняет. Что-то раньше мы еще молчали. Мы должны быть уже там. Кто? Мы приехали в Стэнфорд Шоппинг Центр. Это большой-большой такой торговый центр. Здесь очень много разных магазинов, именно отдельно стоящими билдингами. А почему мы сюда приехали? Здесь продается костюм для Хэллоуина. Я даже не знала, что в таком большом магазине. Нам сюда, в Поттери Барн. Мне всего лишь надо посмотреть костюм для Хэллоуина. А тут целый огроменный магазин мебели.
Вот. Целый красивый какой. Пусть Барри зайдет в коляску. А что тебе жалко, что собака зайдет? Это огромный магазин. Огромный магазин мебели. Вон там лифт, если хотите. Я быстро схожу, посмотрю, есть там костюм или нет. Такой огромный магазин. Видно, что здесь очень дорогая мебель. Честно говоря, я думаю, что это не тот магазин, который мне нужен. Потому что здесь одна... мы вниз уже идем. Здесь нету, я сказала, мне только посмотреть. Пошли. Барри, ко мне. Еще раз дернешь и получишь. Пойдем. Пошли на улицу, здесь нету. Пошли. Здесь нету. Это не то. Значит, это не тот магазин. Барри. Казалось, это не тот магазин. Называется Pottery Barn, а нужен Pottery Barn Kids. Блин, ну какое тут прикольное место. American Girl. American Girl. Типа сделано такой билледж. В связи с тем, что это находится в Стэнфорде, рядом с Пало-Альто. Возможно, это является самым дорогим торговым центром в Силиконовой долине. Но мне все-таки кажется, что Вестфилд. Потому что в Вестфилде представлено намного больше брендов дорогих, чем здесь. Нам в Кит надо было. В Кит, в Кит, в Кит, в Кит, в Кит, в Кит. Ну, по названию понятно, что здесь все для деток. Все для деток. Ой, божечки ты мой, как все для деток. Это что такое? Это мы не знаем, что такое. Ладно, мне нужен костюм. Вот они. Костюмы для Хэллоуина. Но здесь конкретно детские. А мне... костюмы для Хэллоуина. Ну, просто мечта. Домик. Мечта любого ребенка. Тут даже есть маленький телек. И такой домик. Какая красота! Елка, естественно. Очень-очень много всего для детей. Даже есть вот такие маленькие пылесосики Dyson, ребят. Dyson. Детей с маленького возраста приучают, потому что хороший пылесос только один, и это Dyson. Что? Не-не-не, мы сейчас не будем ботинки снимать. Зачем тебе? Там ланчбокс папа выбирает, видишь? Какой? Ну, открой. Не-не-не, вот это возьми, вот это возьми. Вот это возьми и посмотри его. Вот этот. Марк только пришел в этот магазин, сразу начал снимать ботинки. Он сразу пришел и начал играть. Ой, снимать ботинки. Мы нашли скульптуры здесь, в Стэнфорде. Трус Балбесова. Ну, сумка у него зачетная. Нет моего костюма. Вообще нет. Вообще нет. Точнее, он есть только в интернете. А в магазине нету. Придется заказывать по интернету. Целая, как будто для детей вот эта вот улочка. American Girl. Все богачи, американские богачи, тусят здесь. Просто здесь каждый магазин дорогой. Барин друг сидит.
Какая большая собака. И тут собака. Ладно, Барри, давай. Прям вот... Классно. Тут прикольно. Стэнфорд Шоппинг Центр называется. Мажорские местечки. Чубачка. Барри. Здесь получается, что каждый магазин отдельный вход. То есть здесь для каждого магазина вход с улицы. Я не знаю, как типа чего это сделано. Мне кажется, вот типа в Москве, наверное, какой-нибудь. Как это называется? Типа в Москве какой-то шоппинг-центр, который... Все, я ничего не знаю, простите. Цветы красивые. Луи Виттон, естественно. Как красиво! Прикиньте, обалдеть! Прикиньте, в Луи Виттон нет очереди здесь. Вот, заходи вообще! Нет очереди, нет охранников Луи Виттон. Что за магазин? А, Apple Store есть. Ну вот, я же говорю, Cartier, например, не открыто. А в Вестфилде открыто. Идем сейчас в Apple Store. Я, конечно, уже с 14-м айфоном. А там, наверное, люди еще с 13-м. И везде такой стенд. И везде такой стенд. Вот такой стенд. Но у нас круче. Купертино стенд был намного ярче, и цвета там были такие именно кислотные. А тут более цвета пастельные. А я с новым айфоном, а я с новым айфоном. Барри. Yes. Тот же Westfield, но народу меньше. И очереди в Louis Vuitton нету. Очень красивая витрина у Эрмеса. Это эрмесовская витрина или Роликса? Очень красивая. Наверное, Эрмес. Да? Ага. Пошли, Барри. А вот сюда уже так просто не попасть. В Роликсе стоят охранник в бронежилете. Не пройти там? Я говорю, в Роликсе охранник стоит в бронежилете, на всякий пожарный, понимаете? Не просто в бронежилете, он еще в очках. И сразу с наушниками, на всякий случай, чтобы когда стрелять будет, не оглохнет. Ой, а здесь вот как красиво! Просто находка для дизайнера. Все пестрое. Даже дело не в пестрости, а в сочетании цветов. Красивое сочетание цветов и... Все очень такое дизайнерское. Обожаю. Место для релаксации. Пошли, Барри, здесь. Че здесь все охранники. Вот сзади у меня тоже стоит. Они как будто только что из фильма «Рэмбо» вышли. Такие красавцы. В очках. Супер. Sea Candles называется магазин, который я вам показывала с конфетками. Это очень популярный здесь в Калифорнии магазин. Я, кстати, там еще ничего не покупала, но знаю, что он популярный. Ну и там по очереди, понятно. В
приехали в Hyundai Center, потому что у нас скоро будет 8000 миль, а когда 8000 миль, нужно менять масло. Но мы же не можем позвонить, поэтому нам надо приехать и спросить, куда гнать, когда гнать. А тут, короче, ремонт, все переделали. Какие-то вообще стоят просто, ну, трейлеры. Просто стоят трейлеры. Представляете, если бы мы когда приехали покупать машину, здесь были бы такие трейлеры, даже не знаю, наверное, бы не стали брать. Таргетчик. Текс. Ой. Ха-ха, я думала это. О, боже, как я жить без мозгов. Мы приехали в Таргет, чтобы купить марку Lunchbox. Потому что с понедельника ему нужен прям Lunchbox. Ему нужен ланчбокс, потому что на случай, если он не будет есть еду, которую ему предлагают в столовке, у него была альтернатива. Было какое-то альтернативное питание. Вот это надо будет. Я не знаю, будет он это есть или нет. Тоже дорого, Барри, тоже дорого. Это я все. Ланчбоксы. Если честно, ну так, самый нормальный. Вот этот вот ланчбокс. Там. Я еще посмотрю, где принадлежность. Ну вот такое, какой. Там особо не выбрать ничего. Я не такие видела. Ну хорошо, мне надо найти школьные принадлежности. Марк, большой велосипед, ты еще куда тебе такой? Это уже для больших. Тихо, тихо. Ой, пойдем там посмотрим. Там такие классные вообще эти штучки опять. Для... Марк! Ха. Это типа... Так, играть что ли? Ну, это для взрослых. Не можем выбрать между вот таким ланчбоксом и вот таким. Мне кажется, это поприкольнее. Ну, максимально детский. Ну, не знаю. Сейчас точно посмотрим, Барька, костюм тебе. Ой, Барюнчика, Барюнчика. А если вот такую кипулю тебе надеть, Барька? Как ты считаешь? Ой, это для очень маленьких собачек. Барька, нет, я не могу, прости. Ой! А если, например, Миша, ты будешь вот этим... Смотри. Можешь померить? Да. Класс! Это кто? Это лемур? О, вообще, Миш, ты после очень хороший. После чего? После стрижки. А, Тима, понять, фото, которое носил уже. Сюда положи. Это здесь было. Ты посмотри, это вообще прикол. Типа Барри ЛГБТ. Не, не могу, надо Барри... Надо бы что-то взять. Это уже здесь ни с чем другим тебя не связывается. Да. А есть еще какие-нибудь для собак костюмы? Пойдем еще Барри посмотрим. Нет, ну, а как собаку-то не надеть? Как собаку-то не надеть? То есть Марк, я, мы будем... Эх, жалко, Марк, мы тебе уже костюмчик-то заказали, а. Мы тебе уже костюм...
А я еще себе не заказала, хорошо. Барри, ты будешь кетчуп. А я буду говорить кетчуп. Ну все, Барька, давай определяться, короче, какой. Ёп, мустарда. О, тыковка. А, это для взрослых. Почему написано adult? А, ну хорошо, это для ребенка, окей. Но это явно для собак. А есть еще для собак? Блин, столько костюмов, обосраться можно. Просто обесра... Обо... Тут для собак... Короче, для собак есть в каждом... Как это называется, вот эта штука? Ну просто, в общем, куда ни зайдешь, везде есть для собак. Как это называется? Я не знаю. Ладно. Блядь, у меня вообще... Я забываю слова на ходу, по-моему. А, нет. Барри, ну чего ты? Это все для детей. Это все для детей. Это все для деточек, конфетчик. Ой, божечка моя. Хорошо. Хорошо. Блин. Такос, 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 такос. Барри, а ты что зацепил-то? Барри, пошли. Барри, пойдемте возьмем. Такос, 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 такос. Бурито, бурито. Значит, 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 значит. Бурито, бурито. Значит, значит, значит. Барри, ну чего? Предлагаю быть все-таки пиратом. Блин, я сейчас обоссусь. Ой, обоссусь. А! Я имела в виду. Вон там. Сейчас я возьму ее. Пошли, Барри. Отойди. Барри. Пойдем. Вот так Америка готовится к Хэллоуину. Тыквы поднадоставали. Я поехала. Короче, мы хотели съездить в азиатский магазин, но поехали в Whole Foods. I'm fine. Просто Марк разлил в машине шоколадное молоко. Какао он разлил в машине, я всю машину убирала, у меня нет настроения. Как всегда. В принципе, как всегда, одно и то же. Моцареллу. Тут даже есть улитки! Но пахнет! Я тоже иду. Пахнет здесь ужасно. Выглядит все максимально, ну, как-то. Сегодня поехали без Барьки. И знаете, так свободно. Я прям иду и отдыхаю, реально. Нужно взять масло. Я беру такое масло. Кэри, потому что оно называется. Здесь есть, кстати, оригинал крем чиз. Может быть, взять, попробовать такое. Ой, простите. Ой, ничего, я не видела, сколько здесь крем чиза. Вот я нашла. Этот нормальный крем чиз на бутерброды.
Вот он. Тема такая. Мы были в Стэнфорде у этого у врача. И знаете, мы его ждали там за 10 месяцев. И нам он посоветовал, чтобы Марк ел кимчи. Вот кимчи. Есть кимчи спайси, есть кимчи обычное. Потому что здесь очень много пробиотиков получается. О, а говорят, нет. Такая есть кимчи. Есть такая кимчи, такая кимчи. Но тут много. Даже капуста морская есть. Что, обычную возьмем или острую? А? Ты будешь что? Тогда две. И острую, да? Они разные. О, блин, я так есть захотела. Мы ждали визит 10 месяцев, чтобы узнать одну простую вещь. Просто кимчи, кормите ребенка. Марк тебе ответил. Они соленые? Да. Потому что те ужасные. Но те ужасные, блин. Оладушки, оладушки. У нас Барри не ест просто корм вообще никогда. И я ему беру еще колбаску замороженную. Ну вот, раньше она здесь продавалась, а последние разы ее нету. Это капс дед, блядь. Это капс дед, блядь. Сыром, чтобы поесть. $7. Можно? Да. Какие печеньки? Видел? Печеньки. В стиле Хэллоуина. Нельзя ходить голодным в магазин, а я очень голодная, я хочу есть. Еще я Марку здесь беру всегда витамины, потому что он их ест. Последний раз я брала такие, а вот эти, прикиньте, дороже. Надо вот такие взять. Их 120, потому что эти дешевле. А вот эти еще дороже. Получается их 60. Они стоят $27. А почему они намного дороже? Это для 2-3 года. Хорошо. Это для 4 года. Ну, я возьму, значит, эти. А вот колбаска для собачек. Я не знаю, сейчас посмотрю. Она... Ну, взять, попробовать, да? Это точно для собак? А, это для кошек. Или для собак. Как я должна понять, для кого это? Вот, вот это точно для собак. Тут прям написано «Ходок». Мне подходит. Барри такое любит. А, я хотела взять еще контейнер, потому что Марку еду класть в контейнер, а у меня все контейнеры, они стеклянные. Вот нужно взять, типа, пластиковый. Ну, вот возьму один пластиковый. Макарошки. Ну, хоть не макарошки. Да. Полфутси вообще не разгонишься, реально. Здесь очень мало всего. И все такое органик, нейчер. Даже картошечка продается. И все так вкусно. Очень вкусно пахнет. Здесь. Тут картошка кала. Рыбка.
да. Можно взять курицу. Что? Что? Даже яйца вареные есть. Даже курицы сразу уже кусочками. Блин, ну выглядит все вообще аппетитно очень. Во-первых, выглядит аппетитно, а пахнет очень вкусно пахнет. Сыр сразу потертый. А какой есть суп? Здесь еще есть супчик. Я хотела посмотреть. Супчик, супчик. Здесь рис. Вот супчик. Те, кто не хочет там брать, можно здесь взять. Уже запакованное в пластике все. То есть то же самое. Курочка с рисом. Курочка с рисом. Все сразу. Ой, ну блин. Я вообще голодняга. Я бы сейчас все тут съела бы. Да. Угу. Мои пирожные любимые. Как, я буду? Да, я буду целую. Хорошо, мне палочки еще надо взять. Я съем быстро. Можешь ты до дома оставить. Только Whole Foods это самый дорогой магазин, реально. Мы ничего не взяли, всего два маленьких пакетика и 200 баксов оставили. Но мы ничего не купили вообще. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Вы провели со мной день. Всем пока.